Книга «Открытым оком». Тема «Вера», том 9, вопрос 2294. Борьба за лидерство во всей природе, а среди верующих это практикуется? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Быть впереди, вести за собой – это не крик с колокольни. Тут нужен накал, великое трудолюбие, чтобы быть примером. Апостол Павел едва возвращался из одного миссионерского путешествия, как уже собирал новую команду для очередного дальнего турне с Библией в руках. И сколько бы мы ни старались, но опередить его вряд ли сумеем. Он лидер по проповеди. Но стремиться к подражанию ему нужно. Это дает осознание, что я еще не достиг, что отдых нам не положен. 1 Коринфянам, 11 глава, 1 стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Филиппийцам 3:12. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». За 2,5 года у нас вышло 16 книг из печати. Получается, что без единого выходного мне пришлось в среднем ровно по 14 часов в день сидеть перед экраном монитора 2,5 года и 18 дней. И Бог помиловал меня. Читаю самое мелкое еще без очков. Сделаю поправку на возраст, и молодым уже не нужно будет стонать о трудностях. Кавычки открыты. Лапкин отдал компьютеру 13 тысяч часов. Своеобразный рекорд установил известный на Алтае, в России и за рубежом нашей страны христианский проповедник Игнатий Лапкин. Он провел за компьютером 13 тысяч часов. Впервые 64-летний Лапкин сел за компьютер 21 октября 2001 года. Тогда им показали, как включать машину. И началось. За время практически безотрывной работы Игнатий Тихонович написал 10,5 тысяч страниц текста. И это многотомное религиозное исследование «открытым оком» в кавычках. 9 мая 2004 года Лапкин закончил работу и теперь намерен садиться за компьютер лишь в редких случаях. Стихи написать, да на письма ответить. А писем, по всему выходит, будет много. На сайте Лапкина побывало уже более 5 тысяч посетителей. Кавычки закрыты. «Алтайская правда», номер 155, 5 июня 2004 года, страница 2, Сергей Тепляков. «Все наилучшее от времени до места, где проживаю я среди друзей, себе, как жениху, Бог душу уневестил, в храм слова ввел не просто в храм-музей. С толпой бы лип к церковному прилавку, подкрадываясь истово к спасению. Но чудотворчество иконы делал ставку, на чьем бы поле и каким растением. Хватило бы и ревности от Савла, и хватки Диотрефа властолюбия. Быть может, стал попом с достатком сала, подлизываясь, выбился бы в люди. Нет, не сужу, а просто рассуждаю, хвалою досаждая и Иегове. О ужас, Библия была бы мне чужая, а счастье обретал в заржавленной подкове. Что знаю, проповеди, книги и стихи, мои восторги, слезы, сокрушения, все не по слову Божию, все в старые мехи, все выстрелы от сердца по другим мишеням. Нет, невозможно, то кошмарный сон, крушение, катастрофа целой жизни. Мог получиться коммунист, масон с религиозным соусом харизмы. Бог совершил свое избрание, чудо, святоотеческое дал мне толкование. У ястреба в когтях была пичуга, как я спасен, не выразить словами. Сверхуникальное на мой счастливый жребий Бог Саваоф в Иисусе подарил. Святая Библия, не типикон и требник. Бескрылой тварью стал бы я без пары крыл. Имею право подвести итог. Мое далекое приблизилось вплотную. Истер апостолом я не один порог. С молитвой благодарности засну я. 27 июня 2004 год. Игнатий Тихонович Лапкин.